Всем доброе утро. Ну что, я разгрузился. Сегодня не стал снимать ничего обычного. Маленькая бочка. Ну сейчас здесь разгрузился, сейчас паузу отстаю. Потом поедем обратно в Кемптон на этот Липьер. Там загрузим коробку и на Гамбург. Ну, постараться надо завтра разгрузиться. Завтра четверг. Чтобы еще вовремя назад вернуться. Я разогрел поесть. Тут у нас такие, не знаю, как они называются. Здесь у меня еще стейки, да, грильные. Салатик самодельный. Мой любимый соус. Огурцы соленые, огурцы свежие, помидор, айран, лавашик. Так что приятного нам аппетита. Йоу, всем доброе утро. Ну что, мы потихоньку продвигаемся в сторону Гамбурга. Сейчас у нас 3 ночи. Едем по семерке. Чуть-чуть дальше отъехал Фойхтванген, да? Сейчас заехал на Аутохоф, на Арал заправиться. Но... взял себе сосиску с булочкой, свежий брейцель с этим, с маслом, да? Капучино мне бесплатно дали, то, что я заправился. Все вместе отдал 5 евро. Нормальная цена, да? Йоу, всем еще раз доброе утро. Мы сейчас с Женей встретимся. Он едет. Новым прицепом. Груженный. Блять. Груженый, да? Да. Я уже слышал, да? По колесам. Все, постояли с Женей. Женя, поехали, братуха. Женя, новый прицеп. Блестит. Все, Женя, братка, давай. Увидимся, когда увидимся. Спасибо, что заезжал. Ну что, вот мы находимся в Гамбурге, да?
аэропорту. Ремонт дороги еще до сих пор здесь идет. Так, здесь какой-то. А, здесь вообще одна в одну сторону осталась. Светофор поставили. Ремонт дороги уже идет очень долго, да? Здесь трубы какие-то прокладывают. А вот сейчас здесь за углом, вон там, и с левой стороны я приехал. Как всегда, пошел, замедлился. Сразу бумаги дали, чтобы заезжал. Сегодня вообще здесь какая-то тишина, да? Пару фур стоит. Краны все стоят, не работают. Санкции тоже работают, да, в Германии. Так, всем добрый день. Вот я привез такой трансформатор. 18 тонн он весит. Так, закрепил его спереди, сзади. Где-то в полях, да, виноградники. Кое-как нашел. Так, ну что, все, уже скинули трансформатор, да? Как здесь и хорошо, тишина, да? Домов нету, вот один единственный дом газерный стоит. Ну, сейчас попробуем здесь на перекрестке развернуться, потому что мне туда надо выехать. Или придется задним ходом ехать. Но сзади теперь стоит фура меня, не знаю. Посмотрим сейчас. Сейчас у нас 2 часа после обеда, да, 14.00. Сейчас отсюда, наверное, еще часика 2-3 до базы. Но сегодня у нас пятница. Как-то так. Сейчас подпишем бумаги, посмотрим.